Окей, okay, let's go, чик. Погнали, зачекаем новый клип. Майота не поменяла. Трек послушали, альбом... Или... Альбом, да, был? Окей. Okay. Блядь, уже анимация прикольно, мне нравится сейчас. Что? Серьезно? Это же из NFS, ебать ностальгия, чат. Эйм. Это оно. Охуеть. Сколько, блядь, это что, зарубежный клип, что ли? Блядь, у Ита столько нет моментов, блядь, охуенных. Ебать. Ставлю вот это качество, чат. Даже не осознавал, что я могу так шпарить. А мы не стоим на месте. Эйм. Показательный для остальных. С каждым сложнее, я остался в росте. Города куверовне, я когда-то уже. Блядь, я вообще хорошо начал. С клипом. Блядь, мне нравится клип. А, блядь, мне это напомнило? Клип Фейса. Я роняю Запад чуть-чуть. Мне же там тоже типа так, такое было. Вот оно. О. Бля, слушайте локации, мне нравится. Эй. Окей. Именно теперь знают столицы. Каждый новый день лучше, чем вчера. Но другим из-за денег я не стану никогда. Все, это не воздух и не вода. Толкаю музыку, выхлоп больше, чем с угла. Эй, че это оно? Это редко дерьмо. Мне очень сильно клип нравится. Окей. О, это Майот был? Ебать, это очень крутая отсылка, чат. Очень сильная. Это оно, чат. God damn. Это Майот. Только уже старые кадры. Е, чат. Ебать, вот мы и посмотрели клип. W в чат, бать его, чё? Это редко дерьмо. Бать, субтитры. Аутро. Будут какие-то пасхалки еще. Окей. Так. Сразу скажу W. Я вообще с первого. С первого кадра охуел. Ебанутая анимация. Какой-то... Типа это геймбой, что ли, или чё? Блять, ну вот я вот... Какая-то секунда. Уже начал... Блять, 6 секунды я охуел. Это отсылка грёбаный NFS чат. Я в ахуе. Эй! Блять, такое ощущение, вот мы смотрели клип Хита с Саммерсом. Или, да, с Саммерсом. Там вообще пиздец, чат. Там примерно столько же, блять. Всего. Ставлю парень. Ебать. Я могу этот клип сравнить с Хитом. Типа это, блядь, уровень Запада, чат, серьезно. Даже не осознавал, что я могу так шпарить. Всего эффектов, кадров, блядь. Отсылок, блядь. Кто-то смотрел со мной вместе на стриме? Типа это очень крутое дерьмо, чат. Моему показательный для остальных. Скажи нам сложнее, я остался в росте. Города... Бля, слушайте, это очень круто. Это реально уровень Запада, чат. Ебать, сколько локаций, какой проработанный клип. Я даже доебаться ни к чему не могу. Были отсылки типа к прошлому, так я понимаю. Были отсылки прям к прошлому, когда он там вообще мелкий. Чат. Лоу-ки. Ну это 10 из 10. Официальный криспи клип, чат. Это реально 10 из 10. Типа, я с уверенностью могу поставить высокую оценку. Это прям ебануто проработанный клип. Он на одном уровне. С Итом стоит, типа, с Западом. Это ебать дерьмо охуенное, чат. Ебать. Очень круто, чат. Так, напишите свою оценку в чат. От 1 до 10. Напишите, что вы думаете по этому клипу, чат. Я все сказал, это 10 из 10, это редко дерьмо. Это мясо, чат. Тебе нравится клип, где больше эффектов? Я не скажу, что мне нравится клип, где больше эффектов. Просто есть баланс, когда, типа, они есть.
Они дополняют ебанутую картинку. Вот они ебануто все дополняют, чат. Да, это 10 из 10, чат. С уверенностью могу сказать. Это десятка. Это десятка, чат. Я тоже битый жизнью. Каждый шаг взвешен, не ведусь на каприз. Бля, это редко дерьмо. Брат, ты в Тае снимать жилье будешь или ты к знакомым? А смотри, у меня есть из этого... Блядь, я могу два варианта завязать сразу. Я могу два варианта. И к знакомым могу поехать. Но вообще буду снимать, конечно, жилье. Потому что самому снимать комфортнее. Так как сейчас высокий сезон, очень мало вариантов вообще что-то снять. Потому что высокий сезон, очень много народу приезжает. И... Во-вторых, если что-то есть, скорее всего, это будет прям дороже раза в полтора-два. Но прям 1%, 1% все-таки что-то можно найти. Но это прям, понял, через какие-то связи прям задротить, прям гикать, прям сидеть-сидеть искать, и что-то ты найдешь. Но нужно быть аккуратным, потому что много скама. Много скама, бро. Много скама.